Более 3000 участников собрал 10-й общероссийский семинар врачей-гинекологов в Сочи. Обсудить вопросы женского здоровья приехали представители 80 регионов и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 35 гинекологов из Самарской области. Программа конгресса была насыщенной, но, пожалуй, одним из самых востребованных стал интерактивный дискуссионный клуб «Пойми меня». Все осознают, что результат лечения напрямую зависит от доверия пациентки к врачу. Но выстроить отношения врач-пациент удается нечасто. Наши пациенты еще совершенно не созрели для того, чтобы вообще думать о том, как выстроить взаимоотношения с врачом. В лучшем случае это действительно ситуация, когда у женщины имеется свой собственный доктор, с которым у нее есть доверительные отношения. Это очень часто перетекает в дружбу между врачом и пациентом уже. А среднестатистическая россиянка нет. Она чего-то ждет от врача, она может быть настроена в свою пользу, но интерес выполнить вот все, что положено, и найти контакт, и установить эту связь, и добиться результата улучшения здоровья, к сожалению, сегодня в основном заинтересованы в этом только врачи. Культура профилактического посещения врача-гинеколога в России действительно развита недостаточно. Лишь каждая четвертая женщина в возрасте от 18 до 45 лет немедленно обращается к специалисту в случае появления тревожных симптомов. Остальные предпочитают ждать самоизлечения. Мы начинаем заботиться о здоровье не тогда, когда нам советуют программа здоровья, а тогда, когда его уже нет. И надежда, что человек придет к врачу, получит какую-нибудь чудодейственную таблетку, которая сразу избавит его от гипертонии, ожирения, сахарного диабета. Чудес не бывает. Пока еще нет того Бога, который бы научил, как можно избавить без многочисленных и не всегда результативных усилий от нездоровья. Поэтому совет о том, что его надо беречь с молоду, равно как и честь, остается актуальным по сегодняшний день. Изменить отношение россиянок к самим себе – такую задачу ставит одна из фармацевтических компаний. Ежегодно в России проходит неделя женского здоровья. В ее рамках Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит мониторинг «Индекс женского здоровья». В опросе участвуют более 1500 женщин репродуктивного возраста. Результаты этого года не порадовали медицинское сообщество. Если говорить о том, что нас неприятным образом насторожило, то надо сказать, что вот эта тенденция, я, честно говоря, не предполагал, что в отношении к собственному здоровью люди относятся с той же халатностью, как к кухонным разговорам о судьбе мировой политики и всего прочего. Но оказалось, что и применительно к собственному здоровью на первом месте у нас идет интернет, а на пятом месте – врач. Вот это очень опасная ловушка, в которую, в общем-то, попадает все наше общество. Анализ форумов и социальных сетей показал, что российские пациентки гинекологов делятся на три типа. В первую группу вошли сторонницы бесплатной медицины, убежденные, что частные медцентры занимаются исключительно наживой, а не лечением. Второй тип – сторонницы платной медицины. Они, напротив, негативно относятся к системе ОМС, считая, что хороших врачей в поликлиниках не осталось, не хотят обследоваться на старом оборудовании, сидеть в очередях, но готовы платить больше, чтобы сделать все и сразу. И третий тип – женщины, не доверяющие гинекологам или испытывающие страх перед их посещением. Такие пациентки критикуют всех специалистов вне зависимости от места их работы. Постоянно ищут оправдания неготовности следить за своим здоровьем. Исследования в отношении женского здоровья в этом году проходили в трех крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Если бы мы провели исследование отдельно по Самаре, скорее всего, она находилась бы в общем тренде городов-миллионников, которые мы видели по Москве, по Екатеринбургу, по Санкт-Петербургу. И, конечно, мы говорим о том, что данная территория наибольшим образом информатизирована, а качество медицинской помощи на этих территориях выше. Возможности обращения за консультациями к специалистам тоже выше, чем на селе. Ну, собственно говоря, достаточно очевидные вещи и без исследований. В этом плане пациенты, в том числе, более информированные, более подготовленные. Но еще раз подчеркну, к сожалению, часто эта такая вот псевдоинформированность играет достаточно злую шутку.
Размер миоматозных узлов не критический, беременности не было. Поэтому давайте попробуем медикаментозную терапию. Подождите, я сейчас была у двух других врачей. Они все говорят по-разному. Один мне предлагает операцию, другой говорит, надо подождать и наблюдать. А вы теперь говорите про какие-то медикаменты. Я не могу понять, кого мне слушать. Я могу лишь сказать, как считаю я. А вы вправе выбрать, у кого вам лечиться. Как выбрать своего гинеколога? Вот это один из самых сложных вопросов для пациентки. Согласно данным ВЦИОМ, ключевым фактором выбора является уровень квалификации врача. Лишь треть женщин сегодня имеет своего доктора. Для того, чтобы доверие между врачом и пациентом сложилось, тому и другому необходимо пройти непростой путь. Вот здесь нужно полное доверие. Если врач говорит, что вот в этот момент нужно повернуться на левый бок, потому что так нужен для благополучного завершения, значит, просто роженица не должна это обсуждать. Она и не будет обсуждать, она полностью доверяет врачу. Она знает, что врач это делает именно для того, чтобы ее ребенок родился хорошим и здоровым. Поэтому нужно полное доверие, как психологическое, так и чисто человеческое доверие. Откуда-то должно взяться? Вот как? Я не знаю вас. Да, я прочитала отзывы в интернете. Вот что делать? Я не знаю, это сложно мне говорить. Но, наверное, опыт, да, 23 года я в акушерстве. Ну, наверное, какой-то отпечаток в этом аспекте и опыт накладывает. Ну и, наверное, любых профессий. Гинеколог – это единственный доктор, которому женщина может принести свои печали, которые никому сегодня не нужны. Потому что она должна быть как белка в колесе, на ней все держится. А гинеколог, к нему там за справочкой можно, к нему можно там по поводу ПМС, к нему можно с болями, с чем-то еще можно. К психиатру не пойдут, к терапевту тоже не пойдут просто так, а к гинекологу пойдут. Поэтому мы как психотерапевты, я не знаю, там кто угодно. Поэтому вот любовь. И единственный момент – это вообще врач – это любовь к людям. Гинекология – это настолько интимная сфера, и, конечно, доктор должен максимально с пациенткой относиться очень бережно, очень внимательно. Всю информацию, которую передает пациентка, все осмотры, все должно идти очень-очень бережно. И тогда формируется то, что называется доверием. А вот доверие уже, наверное, идет к тому комплаенсу, который повышает результаты лечения. Так, хочу вас сразу предупредить, что я все записываю. Мне в другой клинике только что сказали абсолютно обратное. Так, давайте я вас свяжу с этим врачом, и вы сами с ним обо всем договоритесь. Нет, ну что вы, я так не могу. Так не делается. Давайте. Положено, нет, ну так... Нормально можно? Нет, извините. Вообще, я прочитала в интернете, что мне это противопоказано. Здесь очень много побочных эффектов, и я их не хочу. Вот смотрите. Сейчас я вам объясню про побочные эффекты. Так, вы знаете, моя подруга все тоже принимала, и это ей совершенно не помогло. Хорошо. Медики признают, что сегодня пациентка не та, что, к примеру, 10 лет назад. Женщина не следует рекомендациям слепо, она принимает непосредственное участие в выборе методов диагностики и лечения, и благодаря развитию интернета этот выбор нередко осложняет задачу врача. Как правило, ответы на свои вопросы женщины ищут на форумах непрофессиональных сообществ. Половина приблизительно советов печального опыта совершенно нелепые, дурацкие, не имеющие к правде отношения, но все равно это дает диапазон, в котором наша пациентка будет сверять, а достаточно ли хорошо врач ориентирован, может быть, даже и в неправильных ответах. Совершенно открытые информационные границы. Посмотрите переписки в тех же «Одноклассниках». «Ой, ты знаешь, у меня то-то, мне сказали делать это». Ответ: «Ни в коем случае этого не делай, вот делала одна знакомая, было плохо» и так далее. И вся информация, которую мы получаем, и это особенно важно для врачей, обновляется еженедельно. Развитие социальных сетей очень мало полезное, с моей точки зрения, для получения конкретных результатов. Это больше потеря времени, но это еще и поток информации. В этом потоке информации иногда человек может утонуть, если ему никто не разъяснит, что же там правда и что там неправда.
Так, ВИЧ, УЗИ. Сделаем абдоминальное и вагинальное. Мазок, посев обязательно. Этот недорогой тоже сделайте. И так, и этот. И гормончики посмотрим, как работают. Подождите, это все нужно сделать? Ну вы же давно очень не были. Лучше подстраховаться. Но лучше сделать все и сразу понять общую картину. Надо же хоть раз в жизни полноценно обследоваться. Еще один важный вопрос, который обсуждался в дискуссионном клубе – необходимость большого количества анализов и процедур, а также этика врачей-гинекологов, понебратство и даже хамство со стороны врачей. Дорогуша, что-то я тебя не помню, давно на приеме не была. Мелочка, что-то ты зачастила, что на этот раз? Не, ну а что ты хотела-то в твоем возрасте без детей? Ты вообще рожать собираешься? Ну, у меня сейчас нет постоянного партнера. Ой, ну уж роди от кого-нибудь. Понимаешь, рождение ребенка – это здоровье твоей репродуктивной системы. Вот сейчас ты не хочешь, а потом захочешь – и не получится, и будешь тут сидеть у меня и слезы лить. Я обращаюсь на «вы» даже к юным пациенткам, меня так научили. Я обращаюсь ко всем по имени-отчеству, и вот эту черту, там, золотце, милочка, я не перехожу никогда. Но у меня иногда некоторые пациенты наблюдаются семьями, то есть ко мне ходит бабушка, мама, и они уже привели младшее поколение, дочку, которой исполнилось 15 лет. И я на самом деле, наблюдая некоторых, я их знаю тоже по имени-отчеству. И мне кажется, что им очень приятно, когда я спрашиваю в конце приема, а как здоровье вашей мамы, как здоровье вашей дочки. Не вижу в этом ничего плохого, и мне кажется, это тоже в какой-то степени как раз вот тот самый комплайнс повышает. На круглом столе «Пойми меня» был проведен интерактивный опрос 200 присутствующих гинекологов по поводу некоторых волнующих пациентов проблем. Большинство респондентов, 82%, считают, что их пациентки не всегда довольны оказанными им медицинскими услугами. А 67% участников голосования признали, что им не хватает знаний, чтобы полностью удовлетворить потребности пациентов. Также большинство, 72%, назвали понебратство с пациентками недопустимой вольностью, хотя 16% считают, что это всего лишь способ эмоционально расслабить женщину и настроиться на открытый разговор. Внимание, участие и человеческого отношения – вот чего хочет пациентка от своего гинеколога. Еще одним аспектом исследования ВЦИОМ стала доступность квалифицированных специалистов. 47% опрошенных считают, что у них в городе недостаточно таких врачей. Для того, чтобы диалог стал эффективным, доктору необходимо постоянно развиваться и получать новые знания. Гинеколог должен объяснить логику своего назначения, вовлечь пациентку в обсуждение. Пока далеко не все к этому готовы. Она опять пойдет в интернет, она опять обратится к знакомым в другой город. И все это сегодня возможно на протяжении одного дня. Вот это формирование мировоззрения пациентки по отношению к аденомиозу, который ей поставили диагноз справедливый, за день может поменяться несколько раз ее представление. И ни один врач не будет для нее верховным авторитетом. Вот это совершенно другой портрет нашей пациентки. Потому что просто от того, что она пришла к врачу в белом халате, и он ей выпишет рецепт, какие рецепты выписывают, мы вчера утром слышали, это ее не вдохновляет более, потому что ей необходим диалог, в котором ей бы убедительно объяснили, что происходит в мире, что происходит в стране и почему ей рекомендуют именно такой курс лечения, а не другой. «Пойми меня» – очень точное название дискуссии. Только при взаимном желании услышать друг друга может сформироваться доверие между врачом и пациентом. Наряду с образом идеального гинеколога есть и образ идеального пациента. Вот идеальный пациент, он со мной на одном интеллектуальном уровне. Он приходит ко мне за помощью.
он не высказывает свои личные мысли о заболеваниях, он приходит ко мне за тем, чтобы получить качественную медицинскую помощь. И он интеллектуально понимает меня, понимает мои назначения и может их правильно выполнять. Это очень важно, потому что результаты, качество лечения очень зависят от того, вот от именно такое сейчас слово медицинское compliance, когда врач и пациент, они подходят друг к другу, и вот есть такой американский термин комплаентный, и тогда результат лечения однозначно очень высок. По итогам первой акции «Недели женского здоровья», в ходе которой столичным жительницам рассказали о необходимости регулярного посещения гинеколога, количество профилактических визитов к специалистам увеличилось на 16%. С тех пор география проекта год от года расширяется. Одной из конечных целей этого, безусловно, разумного мероприятия, вообще очень важного, даже важного потому, что средства массовой информации привлекаются к этому. И, может быть, кто-то из женщин прочтет, и, может быть, просто вспомнит, что надо дойти до гинеколога, и, может быть, мы этим просто ей жизнь спасем в конечном итоге. Но одной из конечных целей этого всего является кодекс пациентки, кодекс. Контрацепция, скрининг на рак шейки матки, на рак молочной железы. Это все же надо проходить. И раз в год вот так достаточно. Придите раз в год, мы будем счастливы. Придите, только придите готовыми. Я была бы министром здравоохранения, и вообще была бы я министром, я бы к отпуску сделала отдельный специальный день, оплачиваемый. Но чтобы ты в этот день полностью прошел весь список всего, что тебе надо за год сделать. Сделала маммографию, сделали все мазки, все сделали. А вот если ты такой-сякой не прошел этого дела, то тебе штраф тогда. В России пока еще не сформирована культура заботы о женском здоровье. Ментальность многих россиянок такова, что, по их мнению, проще сделать аборт, чем обсуждать методы контрацепции с гинекологом. Разрушить страхи и мифы, наладить диалог врач-пациент, убедить женщин внимательнее относиться к себе – такова цель мероприятий социального проекта «Женское здоровье».